Всем привет! Привет-привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы приехали в гости к Лене, к Мише. Сейчас я переверну камеру, покажу вам немножко сите, в котором они живут, и дома. И пойдем к ним в гости. Вот смотрите, здесь такой комплекс большой. Много домов. И на территории есть охрана, но вот ее сейчас почему-то нет. Бассейны, вот этот пустой. Этот тоже пустой. Ну вот там вот. Бассейн наполнился, он наполнен водой, и там дети купаются, и взрослые купаются, много там людей сейчас. И вот такие вот домики. Я так поняла, что они разной планировки, совсем разной. Ну, пойдемте. Есть детская площадка, волейбольно-баскетбольная. Дети наши уже играют. Подъезд, люстра, ничего себе! Да. Вот. Так нет, банкет какой, вы что? Иди я с тобой хоть поздороваюсь. Иди, да, да, да. Всем же разбогатело. Миллионы теперь зарабатывают. Миллионы. Привет. Выглядишь потрясающе. Спасибо. Ну так ты сегодня не готовила. Ну сегодня ты готовила. Ничего себе тут у тебя красота какая. Ну прикладывайся. Таня, тебе салат без лука. Я из-за тебя никуда вообще лук не добавляла. В жизни такого не было. Шире за еда такая же, не лук. Сижу на кресле. Я бы нашла, что поесть. Я так и сказала. Сижу в кресле, и Миша говорит, что сегодня буду есть. Он говорит, что готовится. Шкаф там, да? Зимний еще надо привезти. Ой, господи, где тут выход-то? Ладно, не будем. Не, я не хочу, мне так хорошо, Басик. Не-не-не, спасибо. А ты чего ругаешься, Собакин? Ручки мыть давай. Ручка Настя. Руки мыть. А ты думала, что я? Вы придете, а у меня что тут есть? Ручка ничего нет, что ли? Нет, я знала, что у тебя все есть, только хочу знать, что это. Значит так, раз. Подожди. У нас есть собеседники, которые громче тебя говорят. Так, сяду-ка я сюда. Хотя хотела туда. Ну, скажешь, что у тебя тут? Жрать ничего нельзя. Это только, слышишь, фотографируешь. Нет, ты мне скажи, что это. Значит так. Смотри сюда. Вот это вот. Вот это вот. Это вот. Куда я садись к нам. Садись, лезем все. Где тебе нравится? Где тебе комфортно? Там садись. Так, вот это детям две тарелки поставила. Мелкой тарелку не поставила, она привлекшая для тебя. Да. Вот я вижу, уже хочется это. Он со мной будет здесь садить. О, так. О, хорошо. Ну давай, рассказывай уже. Ну что тебе рассказывать? Рассказываю все. Значит, вот это у нас с куриной печенью и яйцом. Вот эти, которые... А что это, как это называется? Ну это пирожки на самом деле, просто я их хитро сделала. Теперь вот это вот у нас с курой, грибами и сыром. Супер. Ну, потому что мы без мяса сегодня. У нас будут креветки горячие в сливочном. Так, а вот это что такое? Так, вот это. Это у нас запеченные баклажанчики со свежим помидорчиком, с грецким орехом и чесноком и сыром. Вот это у нас оливье, но с тунцом. Так, а вот это вот? Так, это вот это вот. Вот это вот, это спец для ура. Да, это аджаб сандал, но острый, с горьким перцем, с чесноком, с кинзой. Вот это? Вот-вот-вот. Вот это. Ну так ты мне что про это рассказал, а вот это что? А это грибочки сырные. Опять-таки с укропчиком, с чесночком, два вида сыра. Ну, вкусная штучка. Так, и там тарелка сыра. А там сыр, оливки и вот эти вот, ну, типа гагашары. Вот дымит, которые... Ну, а впереди у нас эти еще. А, я же сделала уру песочные пирожные со сливой, с корицей и с этим самым, с белковым кремом. Что-то он в ступор впал. Ну, короче, в Питер мне надо ехать, можешь так поесть.
корзиночке? Ну, корзиночка просто форма такая. Корзиночки вот такие у меня получились. А там я просто сделала вчера по... Прольется потоком со слышь, накрыв тебя рядом за
звонкой волной дальше. И в этом потоке услышишь его низкомерную речь. Все то, что желает родиться и дышит, тебе завещаю вещь. Дверь скорей распахни, и на солнце дотронься рукой. Этот мир посмотри, стал как солнечный луч. Короче говоря, у меня есть такая традиция. Все, кто со мной общаются, обращаются в мою веру. Все поют? Кто поет, кто играет, все мои ученицы, бывшие, бывшие ученицы, теперешние мои друзья, они все мои коллеги. Я всех и Мишу ты тоже под себя? А Мишу я быстренько, да. Я ему сказал, когда он только взял гитару и запел песню, сказал, вот с этого надо было начинать. Вот с этого. То есть у вас любовь была не с первого взгляда, а с первой гитары, с первых нот, с первых струн, с первых чего? Слушай, я вам расскажу, что это было, это не для эфира, но все равно скажу. Короче говоря так, Мишины двое детей от первого брака, они мои ученики. И его доченька... Я приехал из города Сыктывкара, а дочка говорит, слушай, папа, у нас такая ученица незамужняя есть, по музыке, не хочешь познакомиться? И кажется, не замужем. Да, и кажется, а я как раз после, дело, да. После, так сказать, здоровья свое поправляла, а был конкурсный год. И мне пришлось с детьми заниматься по воскресеньям, по 6 часов мы репетировали, потому что меньше первого места в Питере я не могла иметь, поэтому не позволяла себе по-другому. И вот по 6 часов я репетировала, а дочка приезжала к нему в воскресенье, и ему пришлось ее привозить. И вот он приехал ко мне на репетицию, рот так открыл, так и не остался. Так и репетирует. Нет, это я поняла. Так я только сейчас узнала, что у Миши, оказывается, тоже музыкальное образование. Ну да. Вы же это скрывали тщательно, во всяком случае, нет, от меня? Да мы как-то не считаем это очень важно. Мы все понемногу чему-нибудь. Чему-нибудь и как-нибудь. Ну, тут как раз как-нибудь не подходит. Вот, Миш, что ты закончил? Ну, я, во-первых, учился в музыкальном училище Римского-Корсакова, а потом я закончил РХГА Русскую христианскую музыкальную академию. Про академию ты нам рассказывал. Я вот именно про музыкальное образование. Да, то есть, Лен, ты всех прям вот это... Ну, я чем могу? Ну, голос ты Миша ставила или... Нет, голос Миша ставила я. Ну, вот... У нас с ним были интересные вещи. Когда Миша хотел к педагогу заниматься, я уж не... Это наш... Педагог по вокалу. Прошлое, да. И, в общем, я сижу на уроке, слушаю, потом прихожу домой и все переделываю. Я очень устала переделывать. Но зато доделала сама аккуратно. Короче, вы спелись. Ну, вот. Самая главная буква «Е» в этом... Давай вначале говорим. Мы сейчас вам споем еще песню. Да. Это песня для школьников. Это не для школьников, это для вишней школьников. А надо знать, что, Миш, другую тональность прийти. Да. Потому что здесь и так будет низко. Правильно? Ну да, здесь низко. Сейчас мы. Вот это какие-то так. Кнопочки. Хорошо устроился. За школьным
Скажите, это же все ваши песни? Все наши. Все вашего совместного песни. Творчества. Да, и Миша пишет стихи. Вы знаете, композитор сейчас выходит уже второй сборник, а еще готовится еще два. Ну, меня, кстати, спрашивали, где можно почитать стихи Михаила, если на каком-то сайте. Сейчас будет сборник. Или еще что-то такое. Сейчас издатель композитор. Мимо леса, мимо поля, мимо речи с ветерком. Закрыто сердце, Дон Кихота.
Катик, какие-то чудесные пироженки, да? Таня, они кофе, все расплылись. Таня, кофе больше, Таня. Потому что... Таня, кофе был прекрасный крем, но... Крем, сядь, пожалуйста. Как ты ничего не будешь? Да, мы кофе будем и сыром. Дай тогда Тане тарелочку и ложечку, вилочку десертную. Я уже дома и даже погуляла с собаками. Спасибо Лене и Мише за то, что пригласили в гости. Было очень вкусно, было очень приятно и было очень весело, потому что авторские песни в их исполнении это было что-то, конечно. Даже дети пританцовывали. Ну, вы видели все сами. Таня с Уром планируют уехать в Россию, и когда они будут в России, я с Мишей и с Леной покатаюсь тут по Анталии. То есть у меня тоже будут выходные. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, не забывайте. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайки, оцените мой труд. И увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.